Смотри, фабрику как у себя устроил курятинов, а? Ну да, конечно, я люблю курятинов. Курятины самые лучшие. Смотри, это же ты! В смысле? Это же ты! Прямо при мне! Слушай, ты это видишь? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, Йололошка, и добро пожаловать в рандомные приключения! Это летсплей, в котором каждую новую серию мы устанавливаем плюс один мод. Так, давайте проверим, какой выпадет прямо сейчас. Спасибо огромное за ваши комментарии, и спасибо за ваши моды, которые вы пишете в те самые комментарии. В диапазоне от 1 до 23, бабам, и это 14. Пираты. Много пиратов. Йо-хо-хо! Что ж, сейчас установим и проверим. Давайте, раз, два, три. Пип! И снова всем привет, дорогие друзья. Йололошка. И добро пожаловать в рандомные приключения. Привет, Флоджикей. Аусам, ребята, всем привет. И здравствуй, Андрей. Сегодня здорово! Ты у нас петух. Да, Андрюха, здорово. Лучший. У-ху! Короче, мы эту серию начали не просто так в нестандартном месте. Мы ее специально начали здесь. Потому что сегодня мы кое-что узнали. Та-да-да-там-та-там. Экспириенс. И смотрите, как он добывается. С помощью экспи курицы. Да-да-да, мы сможем выращивать опыт. И наконец-то... Мы избавляемся, да, от того, что я каждую серию хожу в кэрон, добываю опыт. И так далее. Это супер новость для тех, кого уже бесит, как и меня, то, что FlagGK каждую серию находит предлог пойти в кэвернс. Все. Это я. Хватит, успокойся. Мы тут немного подготовились, и прямо сейчас у нас почему-то золотой чикен и стеклянный. Но каким образом это относится к XP? А все потому, что, чтобы сделать XP курицу, нужно соединить очень много куриц. Объясняй. Не то чтобы много, но смотрите, здесь нужна кактусовая курица, здесь нужна кактусовая курица, и все они делаются из просто зеленого красителя и яиц. У тебя это есть яйца? Смотри, яиц у меня нету, но... Нет, в смысле... Ах ты, урод. Я беру семена, знаешь. Да, смотрите. А он меня подлавливает. Предыдущая серия на самом деле нам кое-как поможет. Дело в том, что смотрите, что у нас появилось. Я не знаю, смотрели вы или нет. Черная дыра. Она позволяет с помощью материи и энергии создавать это. Звезду из Незера. Но... Давайте все-таки не только звезды будем создавать, но еще и яйца. Да, отлично, 9 штук я нашел, это все, что у нас есть. Давай. Смотри, нам нужно либо переписать, либо сделать новый диск. А, да, прямо сейчас у нас диск занят только звездой. Ё-моё! 22 звезды, лол, реально офигенно. Ну, работает. Правда, материя у нас кончилась. Надо сюда запихать алмазы, и тогда все будет чики-пуки. Либо, кстати, железо, почему бы и нет. Это 32 материи. Давай я золото запихаю, там чуть больше. Да-да-да-да-да, я не против, складируй. И вот такой вопрос. А вдруг мы на диск можем поместить больше одного предмета? А, мы можем попробовать. Смотри, давай я запихну яйцо, точнее сделаешь это ты. Вот так вот запихиваем. Не сразу далее... делить, давай... Ну ладно, ну, ладно. Хотя бы, да, процесс так. Пошел и... О, как это долго! Так, что-то произошло, звуки так, появились. Проверяю. И... Да! Да ладно! И сколько может вместиться, интересно? Вот мы ведь даже не знаем, сколько диск может записать. Подожди, а что он будет производить? В плане, так мы сами все сможем заказывать. Просто заходим вот в этот нижний блок, и вот... яйцо, звезда... Да, подожди, надо еще... Чик! Сделать. Ах, хорошая погода радует глаз. Ну и что там у нас? Яйца переделываются, да? Я пока одно заказал, знаешь? Да зачем? Не надо ничего заказывать. Учитывая то, что здесь звезды из Незера, надо сначала как-то это отменить. Но как? Я забрал. Нет, забрать-то ты забрал. Но здесь делается 61 звезда. Как это отменить? У меня в задачах ничего нет. Серьезно? Да. Ну, давай тогда просто поломаем и все обнулим. Не-не-не, стой, тихо, там же материя. Так а что мы будем делать? 61 звезда, алло. Не, стой, надо что-то придумать. Новый блок поставить, новый репликатор. Либо сделать вот так. Ой, что происходит? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, как ж так вышло-то, ё-моё. Да, я не той стороной поставил. Надо вот здесь. И все соединилось. Но что опять? Бред, звезды, смотри. Не вижу. У тебя не появляются? Нет, подожди, скажи, пожалуйста, у тебя появился апгрейд твой? Он с собой у тебя? О! Так, да, теперь пошло, появились яйца. Все. Но убери, пожалуйста, убери. Яйца или что? Убери заказ. Как его убрать-то, ё-моё? Он один там был. Серьезно? Да. Но он делается бесконечно, причем с 20% шансом. Это бред. Нет, полнейший. 80. Уже 80? А, да, все, вижу. Там же на лизере было. Понял. Но что-то эти 80% как-то не особо работают, потому что постоянно пыль.
И снова пыль. Подожди. Чего? Давай проверим центральный блок. Реально, прикинь, он до сих пор заряжается, хоть и черной дыры нет. Да, это супер странно. Если вы не знали, то черная дыра немножечко рванула в предыдущей серии. Монтажер, покажите, пожалуйста. Поехали! Давай, запихиваем туда все, что сейчас только можно. Сейчас просто смотрю. Вот сейчас будет жесть. Сейчас будет жесть. Смотри. Давай. Ох, ема. Как оказывается, в черные дыры нельзя пихать звезды из Незера. Суть в том, то, что она пропадает, но энергию все равно дает. Такую, знаете, невидимую. Поэтому это очень странный баг. Но смотри, в любом случае, я понял, почему у нас бесконечно делалось. Оно делало две штуки до тех пор, пока не сделает две штуки. А, то есть даже если бы мы заказали одну, он мог миллион раз ошибиться и только потом сделать одну, да? Да, все верно. Капец. Но зато смотри, 100% шансы теперь прям работают. Это офигенно, это очень офигенно. А теперь нам нужны зеленые красители. Эх, где бы достать зеленые красители? Ой, где бы достать? Даже не знаю, ведь рядом не пустыня. Да вот я тоже не понимаю. Может быть, все-таки немного потрыкаем? Ой, кстати, у меня же ускоритель. Надо его положить, наверное, в репликатор, потому что, ну, фига ли делается так долго. Так, а теперь проверяем. Закажи, пожалуйста, яйца. Сейчас. Давай, я смотрю, и это делается... Я тебя понял. Но зато ты заказал, да, ты заказал. Делается еще быстрее. Кайф. Прям приятно за этим наблюдать. Тем временем нам надо примерно 3-4 стака яиц, потому что спавн маленького курятина очень маленький. А нам-то надо много курятинов, помните? Телепортируемся домой, флаг GK зашел и переплавляем кактусы. Это очень интересно, понятное дело. Но, как только появился зеленый краситель, мы соединяем с яйцами и все. По идее, теперь появится кактусовый... Да, тут, кстати, так и написано. Кактусовый курятин. Телепортируйся ко мне, Флэп Джекей. Телепортируюсь. Надеюсь, то, что повезет, пожалуйста. Или, может быть, сделать новую ограду специально для кактусов? Да, давай. Просто я как раз к этой серии подготовился, думал об этом. И у меня тут и забор, и земля. Можно прям малюсенький загон сделать. И вот здесь они будут пастись. Пожалуйста, хоть бы повезло и... Не повезло, да? Вот зачем нам много яиц, ребят. Вот зачем. Но мы не сдаемся, потому что у нас как бы материя есть. У нас много кактусов. Так что проблем не будет. Стоп, а... Яйца у тебя есть? Да, 12 штук. На этот раз есть, да? Я тебя понял. Ура! Все. На, тебе 8 яиц, далее мне 11, и погнали попробуем. Раз, не повезло, два, не повезло. О! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Опа, да, слушай, смотри! Круто! У тебя их у прям до хрена. У меня 4 выпало, а ты прям проспай. У меня один всего лишь, серьезно. Они в итоге будут расти 20 минут. Не, нам нужны семечки. Семечки пшеницы, которые у нас росли все это время здесь, но мы отменили. Ну, все нормально. Оно, кстати, материю тоже имеет. Ты про семечки пшеницы? Да. Сейчас проверю. Одна материя, лол! Это же вообще не проблема, это быстро изучится. Хотя нет, изучаться как раз будет долго, а вот создаваться супер быстро. Единственное, на что надо надеяться, это на, знаешь что... На вот этот паттерн. Надеюсь, да, то, что он вместе с три. Пожалуйста, хоть бы вместилось, я тебя умоляю. Тррррррррм. Опа, закончилось. Проверяем, и в итоге... Нет. Фак, что делаем? Паттерн? Да, придется делать еще один. Хорошо, тогда возвращаемся домой и раз, два, три, пип! Ой, спасибо, ну что ж, давай загрузим этот диск сюда. Отлично, он пустой. И давай, семечко, изучайся. Пожалуйста, побыстрее! Анализатор материи бы поставить второй, потому что вот этот вроде работает, да? Но с двумя-то будет намного круче, и подрубить его куда-нибудь сюда, потому что, видишь, тут специально отдельный выход есть. Так, а может быть апгрейды лучше сюда сделать? Ну или апгрейды, да. Здесь вообще ни одного, лол! А я думал то, что они валяются. Нет, так у нас же есть звезды из Незера, можем улучшить. Давайте даже еще раз проверим, как это делается. Звезда есть, делитиум есть. И спид-апгрейд, который крафтится из света камня, редстоуна и изумруда. Это с тебя, Флаг GK. Хорошо, на тебе все Незер-кристаллы. Так в смысле, они твои, алло, ты же крафтишь. Нет, с меня изумруды, я же житель. Нет, с тебя спид-апгрейды, алло. Ты что так разбрасываешься этим дорогим средством? Ну тут черной дыры нет, так что все нормально. Забыл, что мы не на скайблоке. Да-да-да, не надо меня бить. Тем временем семена пшеницы уже 60%, и так как она стоит всего лишь одну материю, давайте закажем, и закажем сразу дофига. Надеюсь, то, что не вылетит. Не поверишь. Что такое? Ни одного изумруда. У нас нет ни одного изумруда? Ни одного. Я где-то слышал такую новость, то что у нас якобы есть черная дыра, и с помощью материи мы можем делать какие-то предметы. Там всего лишь два изумруда, я сам запихал туда. Ты не понял мой намек, я не понял. То есть я сейчас иду в кеверн, добываю изумруд.
Нет, только не Кэверн, успокойся! Кстати, насчет изумрудов. На самом деле, чтобы сделать XP Chicken, нам понадобится эмеральдовый курятин. Ты понимаешь? Мы можем сразу убить двух зайцев. Да какой... Какой Кэверн? Хватит, успокойся! Ты каждую серию туда ходишь. Но это уже традиция. Кстати, ребят, классная традиция ставить лайки под серию. Это очень классная традиция. Не, ну ладно, с этой традицией я согласен, да. Тут действительно можно, нужно. Спасибо огромное, если вы это сделаете прямо сейчас. Чмок в пупок. Та-дам! Семена пшеницы 100%. Все, здесь больше изучать ничего не надо. И теперь делается каждый первый раз. Ладно, 20 семян пшеницы у меня появилось. Теперь идем к курятинам и проверяем, насколько они, ну типа, вырастут. Допустим, на одного потратим. И что? Что? Почему у него 20 секунд, а у этих 600 секунд? Потому что я ускорял их. А, ты уже ускорял? Да, понял? Да. Вау, слушай, прям реально быстрее. Но надо очень много семечек, прям дофигища. Допустим, стака 2, а то и 3. Так, вот здесь мы пройдем. И во, 18 я нашел. Давайте попробуем найти с помощью инвентаря. В этом сундуке. О, ни хрена себе. У нас очень много семян. А если быть точнее, то у меня 4 стака уже. Нифига себе. И в этом сундуке валяется. Правда, 4, но тем не менее. Эгэгэй, курятины, кушать подано. Вот, один вырос. Тебе кушать, тебе кушать, и тебе. Ням-ням-ням. Трр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 рr стеклом. В принципе, так как мы подготовились, у нас это уже есть. И просто соединяем. Так, подожди. Они не кормятся? Интересно, почему? Потому что ты покормил, да? Я их размножил. Ну да-да-да, я уже вижу. Правда, нам не повезло, блин. 20% шанса не сработали. Или сколько там? Сейчас проверим. Да, 20% шанса. Зато кактусовые курятины уже наготове, они прям ждут, ждут, так, пока... Так, смотри, я сделал специальный блок, который я поставлю сюда. И теперь в радиусе 9 на 9 он будет собирать ресурсы. Угу, каким образом? Тут какое-то топливо нужно? Я не знаю. Наверное, вот так надо. А, положи туда семена. Попробовал, но семена не кладутся. Вообще ничего не кладется. О, опа. Земля. А зачем я землю положил? Бред какой-то. Может быть, какое-то удобрение? О, смотри. Тоже непонятно. Ну, короче говоря, ты что-то сделал. А представь, если они автоматически кормятся. Ну, я попробовал семечки положить, не работает. Я, видишь, положил вот эту штуку. Стоп, сено? Да. Да, смотри, а он реально кладется. А что, если взять этот блок и поставить его пониже? Допустим, куда-нибудь сюда, чтобы они якобы в него могли зайти. Стой! Я перебежал сразу. Господи, курица, ну что ж ты делаешь-то? Окей, поставим так и... Не работает. Может, время нужно, время. Ну ладно, надеюсь. Кстати, смотри, видишь, у каждой курицы написано тир-1, тир-2, тир-3. Это уровень. Да, это уровень. Чем выше уровень, тем круче будет потомство. И что это дает? Типа, они чаще будут создавать алмазы и так далее, и так далее? Ну, получается так. Окей. Да, кстати, чик. Замечательно. А теперь попробуем покормить вновь. Опа, я смотрю, ты тут уже пытаешься. Так, какого нужно, стеклянного или золотого? Кормится, да, кормится. Да, нам надо соединить стеклянного с золотым. И они не кормятся все еще, ну ё-моё! Причем здесь даже не написано, когда. Новое яйцо через 18 минут, новое яйцо через 6 минут. А здесь вообще меньше, чем через минуту. О, давайте подождем. Ну-ка. Ну-ка. 26 минут, офигеть! Да, придется прям конкретно подождать. И для этого нам надо будет много курятинов, прям дофигища. Давай, ё-моё, создавай яйцо! Меньше, чем через минуту. Андрей, вам слово. Неплохой байт на подписку. Да, ребят, кстати, реально, да. Подписывайтесь на канал. Нам будет очень приятно. И, кстати, курятин вылупил. Да-да-да-да-да. У тебя? Нет, у тебя, скорее всего. У меня ничего нет. Что за бред? А может быть, не повезло? А может быть, и не повезло. Я понял. Посмотри сюда. Вот в этот самый блок. Нифига себе, реально, смотри. Он все-таки складирует. Стеклянная курица сделала стеклом, а золотая наггет. Вот кайф, обожаю такое. Но нам желательно изумруды и экспириенс. Все верно. А, черт, я не тех соединил. Фак. Два золотых соединил. Ну, тогда маленького корми. Давай, 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 расти, дружище, как можно быстрее. 20 минут не помеха. Ты должен вырасти за 10 секунд. 3. 2, 1, ба-бам! Спасибо. Прямо при мне! Слушай, ты это видишь? Ты это видишь?
Да, да, я так вовремя это сделал. Да, короче говоря, FlugGK отходил, он там с кем-то болтал, ну а я в этот момент решил все-таки повыращивать курятинов. И да, наконец-то, 20% шанса сработали. Давай попробуем еще. Кто тут хочет кушать? Ну, подожди, вот этот тир хочет. Тир-4? Тир-4 это... Ну, наверное, это уровень, типа, да, мы же каждый раз идем. Не-не-не-не, это количество стадий, судя по всему, сколько нужно пройти, дабы сделать даймондово курятина. Типа, эмеральдовый будет тир 5, понимаешь? А-а-а, так вот как это работает. Да, а ты думаешь, что нам просто везет каждый раз у голд чикенов получать тир 3, тир 3, тир 3? Нет, конечно, это количество стадий пройденное. То есть мы соединили вот этих двух курятинов третьего уровня, золотой и стеклянный, и получили алмазного четвертого уровня. Все просто. А теперь смотри, что нам нужно сделать. Новую так. клетку. Потому что ячейка для монстров. Угадай, что я хочу сделать? Ты хочешь перенести классных туда? Да, я хочу алмазных перевести сюда, чтобы здесь появлялся эмеральдовый. Все просто. Но это неправильно. Пусть они живут все вместе. Давай его просто сломаем этот забор. Это неудобно! Это неудобно! Сломаем эту переграду. Успокойся! Пусть они живут, пусть они будут... Да все... что ты делаешь? Ты все делаешь не так. Нельзя. Нам нужно по тирам это все разместить. То есть в каждой клеточке свой курятин. Здесь буду делаться алмазным. Здесь буду делаться эмеральдовым. А уже здесь буду делаться XP-чикины. Только вот этого здесь пока что нет. Смотри, фабрику как у себя устроил курятинов, а? Ну да, конечно, я люблю курятинов. Курятины самые лучшие. Красотища. Совсем другое дело, как говорится. Так, теперь берем алмазного, соединяем с кактусом, и, пожалуйста, хоть бы этот шанс сработал. Так. Блин, кактус. Но было бы, кстати, круто, если бы это был алмазный. Отсюда зеленых мы перебрасываем обратно. Вот так вот. И да, нам надо больше алмазных. Ну-ка попробуем, давайте еще раз. Раз... Два, потом раз, два. Стой, куда ты идешь? Нет, да что ж вы тупые-то такие, господи! Ладно, во. На этот раз получилось, и, надеюсь, будет алмазный, 20% шанса. Блин, не повезло. Но мы попробуем еще раз. Вот, стеклянный, с золотым. Да! Кайф. Забираем, кладем сюда, и выращиваем. 3, 2, 1... Чё он на тебя так смотрит-то? Брата нашел. Все. Опа. Потом опа. Пожалуйста, дайте эмеральдового курятина. Ну ё-моё. Я думаю, эмеральдовый сразу будет заметен, он такой прям красивый, да, будет. Да, поэтому... да, он, скорее всего, как руда будет. Мы, короче говоря, сейчас будем пытаться, пыхтеть, создавать, пожелайте нам удачи и раз, два, три, пип! Смотри, это же ты! В смысле? Это же ты! Эмеральдовый курятин сделан, наконец-то! Так, а теперь мы его забира... Я сказал, Да ё-моё. Тебе бы на самом деле тоже эту ячейку создать, потому что... Ему эмераль сделай, и все. О, наконец-то. И это последняя стадия. То есть смотри, тир 5. Осталось только соединить его с кактусом, и будет тир 6, то есть experience chicken. Офигенно. Да, у нас прям реально фабрика. Давай кактус сюда перемещаем. И какой там шанс? Погоди, сейчас шанс проверю. 11%! Это жесть. Но будем надеяться, то, что повезет. Давай. И, ну, кстати говоря, эмеральды это тоже неплохо. Дальше, когда у нас появится 2 XP курятина, мы просто будем друг с другом их плодить, и шанс того, что появится новый XP курятин, 100%. Таким образом, мы отучим FlugGK ходить в Caverns. Нет, не надо, классное же измерение. Все, успокойся, хватит. Так, смотрю, покормил. 8 секунд, 7, 3, 2, 1. И корми его. Давай, с кактусовым. Че, не кормится, что ли? Нет. Окей, сейчас подожди, принесу нового. Вот с этим попробуй. Нет. Да что такое? Тогда мы попробуем еще разок. Давай. О! О! Давай. Пожалуйста. Не везет. Так, тогда мы их обратно перетаскиваем, потому что сейчас они нам не нужны здесь. Подожди! О! Наконец-то, боже мой! Посмотрите на эту ораву просто, сколько мы пытались. Я уже на самом деле думал, что мы вообще не снимем эту серию, потому что столько времени просрано. Я уже тут загон поставил, как вы видите. И да, мы сделали, но нам нужно 2 таких, понимаешь? Не, да. Вообще, по идее, можно просто его сейчас скрещивать с кактусовым, и будет 50% шанса, то, что появится XP. А потом уже будем скрещивать 2 XP, и будет 100%. Понял, это офигенно. Смотри,
просто, он, знаешь, так сверху кажется, как будто это чикен крипер. Да, да, да. Но он круто светится. Такое чувство, что он светится. Давай, у тебя ячейка, а у меня ячейка. Такой прям такой самый особенный. И у него написано тир 6. Да, последний. Хотя давай проверим, мало ли есть еще. Ну-ка, проверим. Что? Не поверишь, есть тир 7. Магическое, да, вижу. Магическое дерево. А там тир 8. Да ладно! Все, и тир 8 я тут уже вижу максимально. Демонический металл. Вау. О-хо-хо-хо, это какая-то жесть, если честно. Да. Вот бы знаешь, что сделать? Звезда ада. Было бы классно, кстати. Давай проверим, может быть, такой есть? Не-не, к сожалению, нет, я проверял. Не, ну ладно. Получается, у нас наконец-то будет экспириенс. И нам надо много-много таких курятинов. Давай даже прямо сейчас приведу вот этого. Соедини их и надеюсь, то, что нам повезет. Ну что, ребята, вы готовы там это... 50% шансов. Отворачивайся. Давай. Блин! Да? Да ё-моё, ну серьёзно! Все, сиди здесь, маленький курятин. Фух, на данную серию мы потратили не просто много времени, мы потратили дохрена времени. Надеюсь, вы поставите за это лайк и подпишитесь на каналы. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Ферма будет расти, улучшаться, и уже в следующей серии вы все это увидите. А так, если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лололошка и FlagGK. Всем удачи, всем пока. Пока. Пока, ребят.